фойе молодежного театра уже за час до начала церемонии. Многолюдно. Журналисты, главы муниципалитетов, депутаты Государственной Думы – все в предвкушении и самой церемонии, и того, что будет после нее. Особенно после. Мы бы хотели, чтобы город вернул былую славу промышленного центра Сибири. Ну и, конечно же, в социальном плане думаем, что и с дорогами у нас будет несколько лучше. Тема освещения практически закрыта. Тема дорог активно реализуем, программу ремонта дорог. Ну и на повестке, конечно, самая главная тема – это развитие экономики города Бийска. А вот уже и сама церемония. Виктор Томенко клянется верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на него обязанности губернатора Алтайского края, уважать и защищать права человека. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло 3 месяца назад впервые представлял Виктора Томенко местным депутатам, правительству и общественности как временно исполняющего обязанности губернатора. Сегодня он уже поздравляет его как избранного губернатора Алтайского края. Я от души желаю Виктору Петровичу успехов в должности губернатора. Я думаю, что за 3 месяца Виктор Петрович смог показать, что он способен консолидировать силы и открыт диалогу. Свою открытость Виктор Томенко уже продемонстрировал на встречах с жителями края, а их с момента приезда на Алтай было сотни. Ветераны, молодежь, представители политических партий и общественности – все делились с ним проблемами. Он прошел чистилище, как отметил в своем слове Лев Коршунов, председатель общественной палаты края, который тоже когда-то возглавлял регион. Что бы я бы хотел пожелать вам? Я прошу не обижаться, но сегодня фамилия Томенко связана с Красноярским краем. В советское время была фраза, смысл которой был таков. Мы говорим «Томенко» и считаем это Алтайский край. Мы говорим «Алтайский край» и считаем, что сейчас примчится Томенко защищать наши интересы. Поздравления звучали от глав муниципалитетов, депутатов, представителей духовенства. Виктор Петрович готовился к ответному слову. Наша цель – сделать Алтайский край регионом с современной экономикой, с современной социальной сферой и счастливыми людьми. Нам предстоит принять такие решения и организовать так работу, чтобы сделать наш край местом притяжения. Официальная церемония вступления в должность Виктора Томенко длилась чуть более получаса. После гости наслаждались концертом, а губернатор провел уже рабочую встречу с полпредом Сергеем Миняйло, на которой они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, в том числе задачи по увеличению доходов бюджета Алтайского края. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Андрей Печоркин. Наши новости.